Американцы, которые не могут позволить себе лечение зубов у американских стоматологов, выбирают более дешевую альтернативу. Они обращаются к мексиканским дантистам. В приграничный мексиканский город Лос-Алгадонос течет небольшой, но постоянный поток американцев, которые заинтересованы в намного более дешевых услугах зубных врачей. Вы проверяете цены? Мне нужно вылечить зуб. Прекрасно, пошли к доктору, ждать не придется. В последние годы Лос-Алгадонос получил второе неофициальное название «коренной город» по названию коренного зуба. Власти города всеми силами пытаются привлечь американских потребителей в свои клиники. Стоматология в США – дорогое удовольствие, а в Мексике пациенты могут сэкономить тысячи долларов. $2000 – большая разница, особенно если у тебя пятеро детей. Дантисты из Лос-Алгадонос утверждают, что используют ту же технику и материалы, что и их американские коллеги.